Новую коллекцию Ольги Каурцевой «Ривьера белых роз» с восторгом приняли в столице. Показ состоялся в рамках Дня высокой моды от Марианны Ковалевской. В коллекцию входят два десятка свадебных платьев. Источником вдохновения для Ольги стали любимые цветы – розы. Весь декор нежных цветочных нарядов в коллекции состоит из лепестков. Это первая моя свадебная коллекция, и теперь мы постоянно будем производить ежесезонно свадебную, заниматься свадебной вечерней модой. Свадебные платья выполнены в узнаваемом авторском стиле. Цветовая гамма коллекции – жемчужно-белый, перламутровый, коралловый. Над декором коллекции мастерицам пришлось изрядно потрудиться. Все цветы из шифона выполнены вручную. Это кутюрные платья, и очень-очень долго проводится даже подготовительная работа, сотрудники, работники. Представляете, то есть вот 20 метров шифона, порезанные вот на такие лепесточки, каждый лепесточек опаливается под свечкой, потому что мы более рационального, но способа просто не нашли. Потом складывается и пришивается ряд за рядом, чтобы вот образовалась вот именно вот эта вот живая фактура. Осенью Ольга Каурцева планирует продемонстрировать новую коллекцию. Это будет своеобразный возврат к истокам а-ля Рус. Очередную коллекцию свадебных и вечерних платьев Ольга украсит яркими цветами. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.